все. Помыли. Че, я сфотографируюсь? Ну я кино снимаю для родственников, все посмотрят. Ладно. Сестры посмотрят. Так. Дядь Коля ласточку свою помыл. Вот, ребята. Классно. Помыл раз в год море. Ну, чтобы не заржавело, зачем его чаще мыть? Да. На, чистое. Чем больше моешь, тем больше ржавее. Вообще, золотые слова. А я еще мою, из дождя нету. Я возьму, да, помою. Видишь, дождь пошел. Опять грязный. Отлично. А сколько лет уже? Мало вообще-то еще. Лет 7, наверное. А, ну новенькая, да, еще, в принципе, новенькая. Она вся вот так, 17 тысяч прошла. Да. Хорошая машина. В общем, такой вечер, ребята, такие дела. Ну что, иди в лиске отвез, да? Ребята, всем привет. 25 мая. Сегодня встал 6:30. Уже тыкву посадили утром. Сейчас пойду, покажу вам, какую я травку дал птичкам. Ну, птичкам — это курочки. Я уже с ними подружился. В общем, даю такую травку, им рву на поле сорняки. Как бы такой одуванчик колючий. Привет, ребята. Петушок. Вот. Ну, в общем, называется молочай, что ли. Еще молочко дает, отрываешь. Вот это они разбросали уже почти все. Пейте. Уже все съели. И потом я... Да, вот они как раз. Вот курочка, она сейчас ест. Вот этот молочай ест, который я накидал 5 минут назад практически. Они его едят, клюют. А потом сейчас пойдем к маленьким, к этим бройлерам. Им тоже сегодня дал молочай вот этот. Вот такие бройлеры растут. Вот. Только что им накидал молочая всяческого. Вот они тут кушают уже. Сейчас, ребят, 7 часов утра, поэтому тень такая тут у них еще. Хорошо. Вот они рубают этот молочай. И мне кажется, это разновидность какая-то этого одуванчика. Но колючий. Аккуратно надо срывать. Им очень нравится. Они сейчас все съедят это за полчаса. Да, зайки, меня уже не боятся, вчера еще меня боялись. Вот пьют водичку вчера вечером, воду им поменяли. Свежую, из колодца, водичку им налили. Сейчас вот они ее пьют. Вот такие ребята. Сейчас пойдем усы обдергивать у огурцов. Потому что усы не дают развиваться верхним плодам, поэтому надо и усики у огурцов подергивать. Вот такие маленькие бройлеры уже как кокоду ходят здесь. Она на щик закрывает, хозяйка Вера, потому что, ну, короче, лисицы здесь по ночам могут заходить в подворье, ребят. Представляете, воровать куры, если их не закрыть. И цыплят. То есть надо всех закрывать. Даже лисица может прийти днем. Вот в отдаленные владения приходила лиса. Поэтому на ночь обязательно закрываются куры. На деревяшку все закрывается. Да, вот Петя. Мы подружились уже, да? Петушок.
Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Нате вам. Вот, ребят, смотрите, они любят тут. А петух подзывает их. Угу. Типа угощением. Смотри, возьмет и бросит. А, давай кушай, кушай. Возьмет и бросит. За дамами ухаживает, за своими. Да. Но он такой кавалер, да, я вот. Кавалергард он. Ну, со шпорами. Да. В общем, они тут остатки огурцов, ребята. Потом остатки яичек вареных. Им все это нравится, вот скорлупа все они. Особенно вот курочкам надо это кушать, чтобы восстановить скорлупу для новых яиц. Вот две такие. Да, петух в основном сейчас разговаривает, он сам такой. Вообще, философский петух. Ребята, в деревнях петухи, они живут долго. Петуха держат долго, он может... Ну, даже некоторые люди не знают, сколько петух живет. То есть очень долго он живет в семье. В хате, так скажем. Куры меняются, а он остается. А вот дом для курицы, петуха, как называется? Курник. Курник? А, вот, ребят, курник, класс. А вот в этом-то... Там же что-то налито должно быть, или там да это, овощи, да, какие-то? Это, да, надо просто почистить, и сыпать тут сюда эту, ну, пшеничку. А, ну это я могу сделать сегодня, сделаю вечерком. Надо вытащить, да, скребочком, да сполоснуть, да, и все. Да, и все. Это я сделаю. Да у них вон корыто большое, это просто спасное. Но все равно все должно быть. Чистая, ну так да. Что сегодня займемся. Ладно, а мы пошли чай пить. Сейчас же жара, утром поработали. Сейчас пока чай, ребят. Вот Петя разговаривает, Петя. Вот принес сегодня Пети молочай, травку вот только что кинул, сейчас кушает. Петя, Петя, кушай травку. Ну-ка покажи, как ты. Покажи, покажи мне, как ты кушаешь траву, Петя. Петя, Петя. Петя, Петя, Петя. А давай-ка я к тебе зайду сейчас, понял, да? Петрович, зайду к тебе сейчас я. Сейчас. А то как вы там в зоопарке через решетку-то неинтересно. Ой, ой, драться. Ой, че, ой, сейчас убегут, блин. А где у них песочек тут? А, вон туда им голубочка. Да, 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 да. Угу. Да, кстати, обились немножко уже. Закидал я их этим. Молочаем. Петя, Петя, Петя. Видишь, как клюют? Да, они хорошо песочек стали кушать. Ничего себе, ребята, молодцы какие. Как будто зерна им насыпали. Ага. Вот им не хватало перетирать травку-то. Да, вот да. Какие. А вот у них ракушка. Я в этот песок тоже ракушку заливаю. Ну-ка, Петя, попробуй, что там они. Ой, он тоже песочек кушает. Петя, молодец, песочек кушает. Это наш Петя. Ваш, ваш, да. Так, курица тут одна. Отстала. Это наш, у нас вообще.
Ребят, ну вот, значит, с петухом тут познакомился я. Такой классный петух, друг мой. Траву молочай приношу им тут, в общем, нормальный, подружился. Дед ВДВ с кубанскими тут курами и петухами подружился, ребят. Песочек, песочек, кушайте речной. Картошку любят, ребята, вареную. Драку. Драку. Вот сколько набралось-то. А, драку, говорю, думал, драку. Я говорю, в драку. Да-да-да, в драку. А с картошкой-то с чем? Картошка с мукой. А, картошечка с мукой, да. Из этого, дробленка. Кукуруза, пшеница, ячмень. Идите. Ну, короче, ребята, ужин в казарме, так что это... Так что примерно такая тема. Точно. Ничего себе.